сегодня у нас очень интересный продукт. Такого я никогда не распаковывал, и вряд ли вы такое когда-либо видели. Это абсолютно новая штука, которую, блин, просто, вот я не знаю, если есть возможность, обязательно надо щупать, и я это, конечно же, сейчас вам покажу. Это наушники, но наушники непростые, правильно, да? Просто так бы я сейчас тут и сам не загорелся вот с такими глазами. Это наушники, которые у нас с бесконечной батарейкой, то есть бесконечный заряд. Вы можете слушать наушники никогда, только ни разу подключив их даже к батарее, ну, к пауэрбанку, я не знаю, к розетке. Вы не будете их подключать. А знаете почему? Сейчас я вам расскажу. Зовутся они Los Angeles или Los Angeles Solar Powered Headphones. То есть у нас наушники заряжаются от солнечной, сука, солнечного света, от света ламп. Понимаете, в чем прикол, да? Что у нас здесь есть в этих наушниках? Во-первых, бесконечное, ну, потенциально бесконечное время воспроизведения, да, то есть нужно когда-то их все равно класть, значит, на солнце, да, всегда заряжается на свету, 80 часов работы от одной зарядки, гибридное активное шумоподавление, пропуск окружающих звуков, тот самый проницание, да, режим, обнаружение надевания наушников, голосовой помощник Siri или Google и Bluetooth 5.0. И опять же, здесь у нас показано, больше света, быстрее зарядка, то есть от солнца, либо солнце там чуть-чуть стучками у нас максимально, окей, так себе стучка, и от, значит, от лампочки у нас будет заряжаться еле-еле, но все равно будет. Ночью, естественно, шиш тебе болт, ничего не будет, да? Окей, распаковываем. Блин, это трындец, а? Кстати, алды здесь, помните, да, этот ножик? Ладно, погнали. Опа! Давай смотреть. Шу. Да, чехольчик мое почтение, прям такой, как этот, какой-то, не знаю, софт-тачевый. Ага, здесь у нас, значит, проспекты, или они же все педали, да, как ими пользоваться, всякие гарантийные талоны, что с ними нельзя делать, в некоторых штатах вы знаете, да, а вот QR-код по скачиванию, значит, аппликухи, то есть приложение, знаете, да, в некоторых штатах Америки, например, есть, там, не скидывайте оленя, не засовывайте кота, значит, в микроволновку, вот там, наверное, все это прописано. Значит, вот такой вот у нас маленький USB-C на USB-A кабель, который, мне кажется, потенциально вам и не понадобится, да, но опять же мы это проверим. Мне прям интересно, за сколько эти наушники зарядятся, допустим, вот при таком освещении. То есть здесь обычные лампы, и за сколько они, то есть, ну, да, грубо говоря, их вот при таком фиговом свете поставить на минут 15-20, сколько процентов, значит, подтянет. Окей, давайте теперь смотреть на сами уши. У нас такой вот резиновый хлястик. Вот, ага, вот и продумано, молодцы, смотрите. У нас вот эта штука же в оголовье, вот это и есть та самая панель, которая будет заряжать их. Да, и здесь в чехле это все дело продумано, открыто. То есть, блин, гипотетически, кому такие наушники нужны? Блин, они клевые. Ладно, сейчас поговорим, с кому они нужны. Смотри, у них вот этот эффект памяти здесь есть. Смотри, ну-ка, давай, ну-ка. Опа, жжик, видно? Шпонька. Как на сонечках. Прямо как на сонечках. Здесь у нас еще тоже поролон такой. L, R. У нас, значит, лево-право обозначено. Далее, здесь у нас клавиша, скорее всего, переключение режимов. Зарядка, естественно. Здесь у нас дырка под микрофон. И переключение, значит, треков, плей-пауза и тому подобное. Так. О, как мягенько, а. Смотрите, вот это дело. Шик. 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 Окей. Как они будут сидеть? Хорошо сидят. И ухо, ухо прям попадает вот внутрь, вот сюда. То есть нужно чуть раз, раз, и все, ухо попало. Шутки про уши уже, наверное, не актуальны, да? Я уже поржал в прошлом ролике, да? Ну хорошо, прям хорошо. Ладно, окей, включаем. Где у нас вот эта клавиша включения? Power on. А, вон, смотри, здесь еще вон. Посмотри, вот сюда про зум видно? Сенсор. Который нам, собственно, будет позволять идентифицировать, он у вас на голове наушники или нет. То есть сняли, он пам, понял, что нет, ничего не преграждает, да, он сразу обрубает. Окей, приложение. Так, вот так у нас выглядит приложуха, вот наши наушники, показывают процентаж, да, 76% заряда, сразу у нас включенное активное шумоподавление, если мы включаем Ambient Sound, ну, у нас она оповещает, слушаем.
То есть ANC, Default и Ambient Sound, то есть проницание, все дела, то есть есть, да? Далее, здесь есть настройки по Shot Press, то есть одноразовая, то есть один раз, если вы нажмете, что будет, да? То есть активное шумоподавление, там переключение режимов, да, и тому подобное, либо голосовой ассистент, либо можно еще Long Press, то есть длительное зажатие, вы можете активировать голосового ассистента, либо еще какие-то, значит, настройки тут себе сделать. Переключение у вас есть, вот эти две, да, то есть этого не нужно делать, либо убавление громкости. Все это уже здесь есть, потому что здесь есть три кнопки, да. Automatic On-Air Detection, то есть это автоматическое определение у вас наушников на голове. Можете включить, можете выключать, то есть окей. Но здесь еще какая штука есть, которая мониторит, смотрите, чего. Видите, смотрите, вот так я убираю вниз. Оказывается, что еле-еле там что-то заряжает, но не заряжает. Смотрите, я достаю их из широких штанин. Начинает попадать свет, они показывают, да, вот так вот это будет заряжаться. Смотрите, я буду софтбоксу подносить, смотрите. Бамс. Видите? Пум. Шик. То есть сами наушники, они детектят то, что идет освещение на них и идет заряд. Прям вот любопытно взять сейчас их поставить. Ну давайте, окей, послушаем сначала, а потом поставлю просто вот над софтбоксами, серьезно. Здесь освещение, но вы видите, что максимум, вот он сколько вытягивает, это вот. Тут даже и пятой части, да, не будет. Тут, наверное, часть шестая, седьмая, да. Если только повыше поднять, тут хотя бы будет одна пятая часть от того, что могут эти наушники, да, вытягивать. Мне прям интересно, сколько они подтянут, да. Но если здесь столько количества часов можно слушать, это прям люто. Окей, давайте послушаем. Так. Активное шумоподавление. Ну-ка. Всем привет, дорогие друзья. Голос я слышу, ты как Хованский сейчас сказал. Я и пыталась. А, да? Нет, он по-другому ходит. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юрий Хованский. Он так говорит. Так, ambient sound. Ну-ка. Еще шум. О, отлично. Я даже эхом слышу себя, прикольно. Но default, ну окей. Так, слушаем музло. Прямо любопытно. Блин, надо было OnePlus... Ты сам с зарядки снять. Поторопился, побежали быстро снимать. Там просто удобнее. Я привык к нему, там все быстро, раз-раз. Здесь пипец. Баса прям с излишком такой. Ну-ка, Stone Sour. Их слышно? На паузу становится отлично. Отлично. Кстати, а если их вот так, тихо. Определяешь, что ли? Ага, если закрыть. Ладно, на паузу поставлю. Короче, прикол в чем? Вы можете их вот так надевать. А они у вас будете, вы, допустим, на велике будете кататься, либо ходить, они же у вас на шее будут. И они будут заряжаться. Ну, если вы днем будете ходить где-то, да? Прикольно. Я что хотел сказать с самого начала, когда их распаковывать начал. Что-то не до конца. Ладно. В походы какие-то идти. В лишний раз вы не заряжаете наушники вообще. То есть на велике катаетесь, да? Клево же, блин, серьезно. То есть ты не будешь заморачиваться по факту, блин. Естественно, это не будет так, как от розетки, не питайте иллюзии таких, что «О, он сейчас на солнце побегал 2 часа, у меня, блин, аж полный карман из заряда, смотри, вынимаю!» Нет, такого не будет, блин. Но, прикольная вещь, вы когда-нибудь видели такое? Нет. А так еще их мало того, они еще и звучат четко. Мне нравится, что вы больны не мной. Я бы динамики громкости бы подкинул бы, но по плотности прям хороши. А ну-ка теперь активное шумоподавление. Тоже в очиха влезает, блин. Сибиляция появляется. Пс-кс-кс-кс, вот это вот. На прозрачном режиме этого уже нет.
на стандартном лучше всего звучит. Как и в анкерах была такая же тема. То есть здесь, когда переключаешься с активного шумоподавления, либо с эффекта проницания, есть, вклинивается. Это я опять же говорю и говорил до этого. Может, многие не услышат. Я это слышу вот на раз просто, когда начинается изменение АЧХ, когда вот эти все приблуды врубаются. Ладно, сейчас что-нибудь такое более-менее известное вам и мне. Баса прям много. Такое ощущение, мне сабвуфер на голову надели. Я не знаю, сейчас передаст ли микрофон вам, но тут баса просто. Те, кто сейчас смотрит это видео не в наушниках, а в сабвуфере, вы сейчас ахнете, что там произойдет, блин. Вот так они звучат. Серьезно, мне бы хотелось, чтобы было здесь баса поменьше. Прям, ну он, блин, слишком. Такой прям давище. Конечно, людям, которые любят вот огромное количество баса, не хватает вечно. Что, потому что некоторые мне говорят, ой, ну в Halo вообще нет баса. Че, блин? Ой, там в Соньках баса нет. Как нет, блин? Ты что, охренели, что ли? Вот это, чувак, это для тебя. Я не знаю. Посадишь так себе слух, блин, этим басом, что мам не горюй. Любители баса, да, 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 это именно эти люди. Ну-ка, давай другую попробуем. Сейчас дам послушать. Ладно, все это лирика. Посмотрим. Сейчас давайте я, значит, запомню, сколько у них, значит, заряда. Заходим, смотрим. 76%. Они будут вот под этим софтбоксом. Как раз посмотрим, сколько под сраным светом они зарядятся, да? Если они хотя бы за 15, там, не знаю, минут зарядятся хотя бы на 3%, это уже будет хорошо. То есть, ну или хотя бы даже на 2. Потому что, еще раз повторяюсь, они здесь хавают еле-еле. Вы видите, вообще шляпендрия полная. На солнце, как вы видели, даже на коробке написано, это все будет круче. Если хотите знать потом дальше, то есть как это все будет дальше, в инсте я буду постить обязательно, сколько они на свету, как быстро заряжаются. Можете подписываться, можете просто зайти, мне вообще в принципе ваши подписки не нужны, чтобы там, как эти чмошники, эти гивы всякие там проводят, да, мерседесы разыгрывают, как он там, вот этот гусейн гуслан, гусь. Да, да. Короче, все эти гуси. Можете просто заглянуть, посмотреть, я там буду инфу эту постить. В общем, сейчас мы проводим эксперимент. Сраный свет с вот этими наушниками. 15 минут. Прям ставим таймер. Давайте сейчас я. Так, вот так вот делаем. Вот так вот сделаешь? Как, видели, да? Как это? Как ее зовут эту? Юлия Ахмедова. Вот так вот сделаешь? Прокляну. Ну что, погнали? Вот, опять же говорю, херовый свет. Поехали, да? Старт, все, 15 минут, прям, и таймлапсик ты все видишь, как он так вот, бля, мамину маму быстро отсчитает, все, ну мы пойдем сейчас немножко чайку попьем и вернемся через 15 минут. Ну ты это увидишь сейчас через секунду, наверное, 2, 3, все. Долбаный айфон, я так и знал, что ты подведешь меня в ненужный момент, блин. Продолжай. Ну, осталось тут 20 секунд. Вот. Блин, айфон, сука, вот нафиг они так сделали? Идет секундомер, да, себе спокойно. Раз, гаснет, блин. Че, типа, мне не надо следить за секундомером? Я специально нажал, чтобы... Ай... Приколистово. Ладно, все, короче. Стоп. 15 секунд. Теперь заходим. Тарай-барай. Достаем. Включаем. Кстати, нормально, хотя бы не китайская женщина, которая... Синь-хуньфа. Не, как... Нет, она как-то говорит и другое. Илинься, вот так говорит. Так. 1% получается, да? 77, да, стало? Было 76? Было 76,
Вот, 77. Но я же говорю, при условии, что сюда попадало, ну вот сколько, да. Ну, сейчас четверть, а если вот так они стояли, то есть чуть поменьше, да, получается. Ну да. Четверть, да, какой четверть? Вот они вот так вот стояли, блин. Ну, короче, пятая часть, окей. Пятая часть этих заряда, то есть получается, если мы умножаем на 5 на 6, допустим, то за 15 минут будет 6%, если на максимуме, да, грубо говоря. И то, я не знаю, там 1% плюс сколько-то там, да, допустим, или так. Ну, грубо говоря, прикольно, на самом деле. То есть ты можешь поставить на час, и у тебя зарядится, ну, на 24, на 22%. Забавно! То есть я, естественно, это еще протестирую на открытом солнце, поставлю прям на окошечке, чтобы это все дело хорошо постояло, мне прям интересно. Но мне их для начала нужно хотя бы до полтинника, я хочу разрядить, я их послушаю, погоняю, там, компу как раз. О, я в них сегодня вот этот же ролик смонтирую, чтобы никому не мешать, да? Вот, и все это дело. Извиняюсь, а как ты так посчитал, если за 15 минут он на 1% зарядился, то как у тебя за час, ну, 25? За 1% за 15 минут. Правильно? На 6, теперь на 6 умножай за 15 минут. 6%, правильно? А почему на 6? На максимум, если от 6 часть. А, на максимум. На максимуме. Извините, пожалуйста, дорогие подписчики. Я же говорю про максимум. А так, конечно, естественно, в 6 раз меньше. Вот, то есть 6% будет там. Вот так. В общем, по звуку я вам хочу сказать так. То есть здесь излишек баса. Вот. Не особо мне это прельщает, но для людей, которые ищут вот это все дело, да, то есть по, значит, по басисте и помощнее такой звук, да, знаете, такой напористый, панчевый, вот это вот самое то. И мне еще, знаете, что не понравилось? Здесь как бы отработка именно самого баса с опозданием, то есть он здесь не быстрый как таковой, да, то есть что бу, и погасил. От него еще как бы шлейфик такой, хвостик остается. Опять же, это как я слышу, да. А, и, естественно, что ж мы говорим, что мы базарим? Наверняка кто-то эти наушники будет еще использовать как гарнитуру, хотя я в Соньках вообще ни разу не отвечал. Вовка вот в Бауэрсом Вилкинсах, да, который ему это сам подогнал. В метро ездил, да. Ну вот я как бы не отвечал. Ну, в общем, так. 3-4 и поехали. Да, вот этот. Да, то есть справа здесь получается, справа микрофон. Вот ты сейчас меня слышишь через эти наушники, вот так вот спокойным голосом сейчас ты меня слышишь, да? Если пошептать чуть-чуть, то ты меня будешь слышать так. Если чуть погромче поговорить, ты меня услышишь вот так. Я сейчас послушаю, а ты уже услышишь. Вы знаете, он хорошо отсек шум вот этих вот софтбоксов, потому что они шумят достаточно сильно. Вот, нормально, то есть и качество звука мне, в принципе, устраивает. То есть ушки забавные, то есть вообще то инновационные, я в том плане, что с вот этой приблудой. Я вот вангую, сейчас вот ребята забабахали эти наушники, китайцы сейчас увидят эту фишку и начнут, конечно, не так круто, но начнут штамповать похожие наушники и скажут: «Еба! Чего мы не додумались? У нас же перчатки с блютусом есть, там, не знаю, варежки с блютусом, что трусы с блютусом. А чего же мы не придумали вот такую штуку, да?» Стопудово они сейчас будут брать вот эту херню в разработку. Первые пойдут говно, потом, может быть, более-менее. Но вот это мне нравится, серьезно. Вот чуть-чуть бы под, со звуком бы подработать бы, не так вот. Мне вот соневское звучание сюда бы запихать, вообще ништяк было бы. Или вообще Bowers & Wilkins. То есть было бы вообще зашипенно. Wilkins и Sony, вот вам, вот идея. Клево же, блин. Охрененная вещь. Все, ладно, я, короче, погнал тестировать. А вы пишите в комментах, что вы думаете относительно данных ушей. Как вам такая идейка вообще? По мне вообще забавно, серьезно. Клевая штука. Все, пока! Инновационный. Почему? Есть там солнечные панели не только в космосе, есть и в аграрии, там везде. Ну, на фермах всяких есть. Везде. Кот! Хорошо, да? Ну, забавный, интересно вообще. Ну, по звуку я бы их чуть подкорректировал. Это? Ну, никак, эквалайзером только. Угу. А как это обычно называется? Вот, прочитай. Нет, ты прочитай. Нет, ты прочитай. Прочитай, прочитай, ага, прочитай. Урбаниста. Это все крутовый, ага!